Здравствуйте, друзья! Весна! Весна у нас в полном разгаре. Цветут сады. А первые, самые яркие весенние цветы уже даже отцветают. Вот у нас нарциссы, все, заканчивают уже свое цветение. Некоторые тюльпаны, чуть не сказала пионы. Некоторые тюльпаны уже отцвели, некоторые красные, вот особенно сейчас прям в буйном росте. Ну, а я приглашаю вас к нам домой, в гости к нам в питомник. Вот-вот начнется цветение. Мы, честно говоря, думали, что в этом году такая холодная весна, такая прям дождливая, холодная, и цветение мы будем ожидать с сильным опозданием, там дней в 10. Но мне кажется, нет, мне кажется, догоняют пионы, и будут цвести в срок, чуть-чуть, может, позже, потому что... Сорта, которые начинают у нас цвести первыми, уже стоят с хорошими бутонами, с такими прям уже крупными наливными. И давайте я вам сейчас их покажу. Передо мной красавчик лимон-шифон. Вот он всегда у нас цветет с 10 по 12 мая распускаются первые цветки. Сегодня у нас 30 апреля на календаре. Дорогие друзья, как вы думаете, распустятся вот эти красавцы числу к 10 мая? Вот я смотрела в прошлом году, распустился он 12 мая. А в позапрошлом году 11 мая. В позапрошлом было очень жарко, распустился 10 мая. Вот как вы считаете, распустятся вот эти красавчики у нас к 10, к 12 мая. Будем по нему ориентироваться о сроках цветения. Смотрите, какая чистенькая листва, какая красивая стоит. Такой он весь прям пышет здоровьем, стволики чистые, никакой тебе гнили, ничего, никаких муравьев даже пока еще нету. Но липкие уже, бутончики липкие, значит, скоро появятся муравьи. Главное, чтобы не было дождей на цветение. Это правильно? Да, конечно, это вот уже, помню, уже мы устали так от дождей, у нас льет, прям не переставая. Честно говоря, вот только несколько дней, да, как у нас нормализовалась погода, и мы, у нас появилась возможность выехать в сад, в питомник нам на поле. Пойдемте посмотрим, что еще у нас стоит бравенько, так же, как лимон-шифон. А пойдем, Оль, сходим в соседний сад. Ой, пойдемте сходим. Дорогие друзья, ну посмотрите, какова красота! У нас вокруг, рядом с нашим пионовым полем, есть чудесный сад с такими вот черешнями. Посмотрите, сколько цветочков. Как думаете, можно мне трогать их? Не нанесу я ущерб. Вот такие красавцы. У меня самая замечательная работа в мире. Потому что весной кто-то сидит в офисе, а мы гуляем вот по такому чудесному черешневому саду. А птички поют, солнышко светит. Да. Замечательно. Пойдемте возвращаться к нам. Чуть-чуть мы вильнули, да, с дорожки. Пойдемте теперь к нам в питомник. Ну а вот наш, так сказать, итогибрид. Не то чтобы самый любимый, но уж очень хорош. И цветет хорошо, и растет хорошо, известен на весь мир. Это красавица Борделла, артикул 206 на нашем сайте цветок.снк.ру. Бутончики выбрасывает, вот маленький у нас один есть. Но она такая вот, бутоны прям быстро не завязывает, поэтому вы
выводы не делайте, она чуть позже начинает завязывать бутоны, не торопится. Смотрите, какой интересный у Ита гибридов лист. Такой рассеченный, на традиционные пионы не похож, ни на гибриды, ни на просто травянистые пионы. Вот такой красавчик. Это двухлетние кустики. Вот она не выкапывалась в прошлом году. И вот так вот выглядит бодренько. И у нас несколько рядочков двухлетних кустов, а дальше есть однолетняя свежепосаженная борзела. Но она, ребята, потом мы будем снимать видео с Юрием Борисовичем по борзеле. Обязательно будем снимать, потому что она подруга фотогеничная. Вот такие будут кусты, да, вот тут так вот мы будем в них ходить, вот тут такие цветы будут. То есть она долго запрягает, но быстро едет. Вот она так вот сейчас чуть так вот бутоны не быстро выбрасывает, а потом как погонит. Ну что, пойдемте найдем Саному Хало, пойдем. Друзья, по пути у нас встречаются лилейнички, которые после весенней отправки, помните, мы снимали их около нашего навеса, и теперь они переехали на поле. Вот они свежепосаженные, подстриженные, да, вот мы рассказывали в видео по агротехнике лилейников, зачем обрезать листву, как надо сажать. Вот наша новая такая наш новая посадка лилейников, все по науке, по правилам, будет чудесно цвести, чудесно расти все лето, и в конце лета мы снова отсюда будем выкапывать, но уже эти лилейники пересаживать не будем, то есть мы пересаживаем раз в год весной, в идеале конец марта, начало апреля. В этом году чуть-чуть мы припозднились с посадкой, потому что погода у нас была ужасная. Дорогие друзья, а мы куда идем? К Саноме Хало. Пойдемте. Ну, вот и красавица Санома Хало. Я не буду вам рассказывать сейчас про гибридизаторов, про сортовые какие-то качества, сроки цветения. Оставим это все на май месяц, когда эта красавица начнет цвести. И вы все ахнете. Она, конечно, просто с таким достоинством, с таким благородством цветет. У нее огромные желтые шапки. Посмотрите, какая декоративная листва в начале весны. Да, вот, когда дома появляются такие кустики, без цветов уже смотрится интересно, да, такая рассеченная резная листва, очень аккуратненькая, очень красивая, и... Но бутончиков есть? нету. Они вот и тошки все, вот видите, борзела уже выкинула бутончики, а Санома Хало еще нет. Но вот видите, вот начало бутончика, вот он будет первый. Они такие вот, не торопятся выкидывать. Вот есть пионы, да, он еще толком из земли только вылез, да, уже бутонов накидал. Нет, Санома Хало, дама рациональная. Она сначала вкусно растит, потом начнет бутоны выбрасывать. Вот такая красота. Что, пойдемте посмотрим что-то еще. У нас есть много новиночек в этом году. В общем, у нас такой... хоум-тур сегодня по питомнику. Пойдемте. Друзья, а посмотрите, еще пионы не цветут, а уже нас радуют своими пестрыми листьями, да, вот у нас так совпало, смотрите, прям светофорчик, темно-красный, такой красно-зеленый и ярко-зеленый, и это у нас
Топека Гарнер, ее легко узнать по вот такому красному листу. Она самая первая выходит с таким густо насыщенным красным цветом и долго держит. Вот этот вот, посмотрите, это у нас двухлетний кустик пион The Faun. Розовый такой, с крапом. Просто суперэффектный сорт. Мы очень любим его. The Faun, такой крупный, поздний пиончик. Но вот стоят уже, видите, бутончики. Вот они видны. У нас недавно вопрос был на Ютубе по муравьям. Вот сказать, чтобы мы сильно страдали муравьями, нет, сильно не страдаем. И, муравьи, они только сок пьют. То есть они там бутоны не грызут. Есть несколько способов, как с ними бороться. Если интересно, звоните по телефону, все расскажу. Но вот у нас, видите, стоят чистенькие, да, уже бутончики липкие, но муравьев нет. А это у нас красавчик, не поверите. Это Кэрол. Вот такой у него лист, хотя пион такой кораллово-красный. И чуть с таким коралловым оттенком. Вот он, видите, вот он виднеется. А лист вообще зеленый. А бывает у нас сорт, называется James Lewis 1001. И вот он абсолютно белый, вообще чисто белый, а лист красный. Дорогие друзья, я вот издалека вижу потрясающий пион. Обладать им хотят все коллекционеры пионоводы. Пойдемте скорее, я вам его покажу. Он прям возвышается над всеми, так величественно смотрится. Ох, вот он кустик Трифиона Пакинг 2085. Это гибрид совершенно нового поколения. Это вот тот пион, за которым будущее в пионоводческой такой сортовой деятельности. Заявлена у него высота 105 сантиметров, и да, куст будет крупный, большой, уже его сейчас даже видно, что он гораздо крупнее, чем все остальные. И вообще отличительная черта этого сорта, помимо того, что у него просто потрясающий оранжевый цвет, такой оранжево-розовый с переливами, такая смесь, прям как будто взяли акварельной краской, вот так вот размешали, и у него очень хорошее здоровье. Он прям такой пышет здоровьем. Мы обязательно, как только он распустится, мы первым делом побежим снимать его. Мы видели у него только тон лепестка, и как такового цветения будем встречать вместе с вами. Этот гибрид совершенно новый, только-только появился. И есть у нас еще одна деляночка, где растет он. Вот такой вот красавец. Я прям жду, поджидаю его и ожидаю, конечно, феерии. Поэтому вы подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить. Совсем скоро распустится. Давайте я вам покажу сейчас лист Ита-гибрида. Вот он рядышком, пойдемте посмотрим. Вот он, совсем рядом. Красавчик Гефестос, древовидный пион. Древовидный, до Ита-пиона обязательно сейчас дойдем. Просто мимо нельзя было пройти. У нас в коллекции не так много древовидных пионов. Вот как-то не складывается у нас с ними отношения. Как-то вот долго ждать результата, да, вот одно дело гибриды, да, современные, они чух-чух, на второй год он уже красавец стоит, а древовидных чуть дольше надо ждать, вот он тоже, видите, посаженная деленочка, да, такие деленки были хорошие посажены, а роста небольшого, ну, хотя, если сравнивать с другими, посмотрим, не будем ставить никаких выводов, не будем делать, посмотрим, как будет цвести, но бутонов много. Вот они, бутончики, темно-красный, такой бордово-красный древовидный сорт Гефестос. Сейчас Юрий Борисович номер скажу. 813, вот они у нас бутончики. Цвел, видели мы его, красив,
прям так вот это, на твердую пятерку. Хороший пион. Пойдемте посмотрим, что еще у нас есть, что растет, что собирается цвести.